Манас Левиев, Менашех Беньяминович Левиев, композитор, заслуженный деятель искусств Узбекистана, лауреат Государственной премии Узбекистана имени Хамзы, народный артист республики, внес большой вклад в развитие узбекской музыкальной комедии и драмы, автор музыки к известным кинофильмам, об этом говорит вся Махаля и минувшие дни. Вальс Манаса Левиева в исполнении оркестра Сардиана. Thank you.
«У меня нет другой земли» пел первый исполнитель этой песни Карина Алалова. Название этой песни говорит само за себя. «У меня нет другой земли» исполняет Карина София. «Наша маленькая страна». Слова Йоган Техарт, музыка Рами Лайнштайн. Ностальгическая песня о маленькой, всего 20 тысяч квадратных километров, но прекрасной земле Израиля. Исполняет Карина Софик. I'm saying.
«Тот, у кого были мечты». Это произведение является израильским национальным гимном памяти всех погибших за независимость страны, всех, кто пал, защищая Израиль. Заканчивается это произведение такими словами: «Тысячи цветов подтвердят, что мы помним каждого. Тот, у кого были мечты». Соло на уде Дильшот Минибоев. Известный узбекский композитор еврейского происхождения, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии Узбекистана имени Хамзы, народный артист республики, создатель первой узбекской комической оперы «Проделки Майсары», балета «Юность на середине», один из зачинателей новых жанров в национальном искусстве, романса, фортепианного дуэта, квартета, кантаты –